Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. 6 февраля в России вступили в действие изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции. Теперь у человека, имеющего на руках подтвержденный положительный тест на COVID, есть возможность, разумеется, при улучшении самочувствия всего через 3 дня сдать новый и надеяться на отрицательный результат. Кроме того, новшества коснутся и людей, которые контактировали с зараженными. Об этом и многом другом журналистам сегодня рассказал руководитель регионального управления Сергей Бескокотов. Подробности у Артура Мхце. Итак, новые послабления в противоэпидемических правилах вступили в силу 6 февраля текущего года. Люди так долго ждали хороших новостей, которые все никак не приходили, что новое постановление главного государственного санитарного врача России восприняли скорее с недоверием. Статистика зараженных коронавирусной инфекцией и умерших неуклонно растет. И тут в свет выходит информация, что контактировавшие с больным могут не отправляться на карантин при условии, что у них нет симптомов заражения. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Сергея Бескокотова, все дело в отголосках прежних штаммов, которые некоторое время еще будут преследовать население республики. Дело в том, что особенность новой разновидности вируса, так называемого штамма омикрон, который, наверное, уже все слышали, очень короткий инкубационный период, который буквально от нескольких часов до 1-2 суток. Поэтому сейчас необходимости длительного разобщения с целью выявления больных среди контактиров уже нет. И поэтому все, кто чувствует себя нормально, нет никаких симптомов заболевания, могут продолжать работать или учиться. Но обязательного тестирования этих людей не будет? Нет, не будет. Это все отменяется. Тестирование производится только по назначению врача при наличии каких-то симптомов. Например, если раньше у одного школьника выявляли коронавирусную инфекцию, на карантин отправлялся весь класс. Теперь этого не будет. Разумеется, самому ребенку придется оставаться на амбулаторном лечении до улучшения самочувствия и отрицательного теста. Но остальным ученикам его временная участь уже не грозит. Лишь при наличии у других детей схожих симптомов в отношении них будут предприняты аналогичные меры. Предыдущие штаммы, вот начиная с уханьского и заканчивая дельта-штаммом, они, к сожалению, больше поражали людей старшего возраста. Но вот после мутаций нескольких, вот, к сожалению, стало старшее поколение, видимо, потому что все-таки большая иммунная прослойка среди взрослого населения образовалась и после прививок, и после болезни, и они стали меньше болеть. И сейчас вот вектор переместился больше в сторону детского населения. Но это не значит, что дети стали гораздо больше болеть, просто стали меньше болеть взрослые. Если же ребятам все же понадобится лечение в стационаре, их родители могут воспользоваться услугами недавно открытого ковидного госпиталя на базе Республиканской детской больницы. По словам главного врача Тамары Лайпановой, с начала пандемии у персонала инфекционных отделений медучреждения накопился богатый опыт работы с подобными пациентами. Много ларинготрахеитов. Это поражение голосовой связки, когда у ребенка может появиться одышка. Тоже тревожная симптоматика. Таких детей тоже мы не выпускаем из своего поля зрения стационарных врачей. Ну и иногда встречаются и обструкции, обструктивные бронхиты. Пневмонии нет. Недавно возобновленное дистанционное обучение в школах помогло стабилизировать количество заражений у детей. Поэтому не стоит исключать, что наплыва пациентов в этом ковидном госпитале не будет. Что до взрослого населения, то предпринятые шаги – это не только послабление в правилах ради самих людей, но и повышение их ответственности за здоровье окружающих. Никто не отменял меры предосторожности в местах массового пребывания. Они остались прежними. Просто гражданам пошли навстречу и в свете относительно безопасного для взрослых нового штамма изменили условия пребывания на карантине. Артур Мхце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 372 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 35 984 человека. Из них 31 859 выздоровели, 507 человек госпитализированы. Частичная уплата алиментов перестала трактоваться как исполнение алиментных обязательств. О том, когда были внесены поправки в закон, какое наказание грозит должникам и сколько в республике таких уголовных дел, узнавала Альбина Ламкова.
Изменения в законодательстве о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей с 10 января 2022 года вступили в силу. По новым правилам должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Тем самым неполная уплата долга станет наказуемой так же, как и невыплата алиментов. И это может привести к административной или уголовной ответственности. Ранее к административной и уголовной ответственности привлекались граждане в случае неуплаты без уважительных причин, в нарушении решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей. Таким образом, должники, частично выплатившие средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей, они в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, могли уйти от ответственности, как уже исполняющие свои обязательства. Поводом к освобождению от ответственности может стать лишь полное погашение всей задолженности. Но, к сожалению, в нашей республике не все еще уплатили по своим обязательствам в отношении алиментов. За 12 месяцев предыдущего года к административной ответственности по статье 5.35 было привлечено 287 должников. И по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации было привлечено к уголовной ответственности 149 граждан. Если сравнивать с 2020 годом, то количество лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности по 157 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, в разы оно возросло. Должникам грозит наказание в виде обязательных работ до 150 часов, либо арест от 10 до 15 суток. Также предусмотрен штраф 20 тысяч рублей. Эта мера применима в том случае, когда просрочка платежей без уважительной причины составляет от 2 месяцев и более. Лейла Гербекова отметила, что принятие новых поправок позволит исключить злоупотребление со стороны недобросовестных должников. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночью -2,7, в горах до 13 градусов мороза, а днем 4-9 выше нуля и местами -3, +2. На дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью -4, -6, днем 7-9 градусов выше нуля, ночью на дорогах гололедица. Впервые в Черкесске. Выставка «Страна обезьян и пушистиков». Мартышки, игрунки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства на Горького 8. Продолжаем выпуск. В горной мотострелковой бригаде на территории Зеленчукского района прошли учения военнослужащих. Пограничники продемонстрировали новый тренировочный горный комплекс, приобретенный в конце прошлого года. Подробности у Али Баташева. Каждый шаг приближает к вершине. На покорение скалодрома высотой 8 метров у Ивана Черкашина уходят считанные минуты. Навыки свободного лазания в подъеме и спуске, страховки, эффективного использования альпинистского снаряжения должен освоить каждый боец горной мотострелковой бригады. Штурм стены с отрицательным уклоном позволяет преодолеть страх перед высотой. До этого у нас таких комплексов не было, его вот только недавно поставили, но он довольно хорош. А не страшно? Первое время, да. А как вы со страхом боретесь? Ну, пытаюсь как-то его перебороть. И как это удается? Ну, первое время, конечно, страшновато, но потом со временем уже привыкаешь. Прежде чем штурмовать горные высоты, важно потренироваться на искусственном рельефе. Везде свои особенности, говорит разведчик со стажем Владислав Маликов. Здесь уже зацепы, они прикреплены. А там каждый военнослужащий должен найти сам зацеп для того, чтобы забраться кверху или поставить ногу, сделать опору. Чтобы залезть на такой горный рельеф, он должен найти себе 3 точки опоры и равномерно распределять усилия. Кроме скалодрома, тренировочный комплекс включает в себя навесные брусья, штанги, силовой канат. Все для развития силы и ловкости. Координацию движений военнослужащие отрабатывают на качающемся бревне. Преодоление неустойчивой опоры. Она помогает развивать такие качества, как ловкость, устойчивость,
эти качества помогают военнослужащим именно на естественном рельефе при выполнении боевых задач. Так, также есть упражнение «Рукоход», которое развивает предплечье рук для также лазания в горах. Пропускная способность мобильного комплекса составляет 30 человек. Это значит, что взвод бойцов может тренироваться, не покидая расположение части, переправляться через условные препятствия и покорять новые вершины мастерства. Для любых подразделений этот навык, он пригодится не только для разведчиков. Он повышает физическую способность, улучшает мышление, как правильно делать надо и все остальное. Как бы этот комплекс, он во всем, только в этом комплексе можно увидеть плюсы, минусов увидеть нельзя. А еще мобильный тренировочный комплекс позволяет отрабатывать навыки стрельбы из различного положения веса в условиях горной и скальной местности, подъеме и транспортировке раненых, боеприпасов и снаряжения. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Наступит весна, выглянет солнышко и наступит пора пикников. Тем более, что в Карачаево-Черкесии активно развивается туризм. Есть куда поехать и что посмотреть. С развитием туризма появятся и новые рабочие места, что немаловажно для тех, кто в поисках работы. В Теберде на средства Ростуризма планируют создать новый туристический район Жамагат. В случае победы в финальном этапе грантового конкурса администрация Карачаевского городского округа получит денежные средства на реализацию проекта, который в декабре был представлен на общественных слушаниях. О том, какие изменения произойдут с реализацией туристического проекта, узнавал Алихан Лепшоков. Туристический проект «Жамагат» прошел уже предварительный этап и вышел в финал. Именно в этом живописнейшем месте Теберды в случае победы в конкурсе будет построен туристический район. Менеджер проекта Николай Рыжков подчеркнул, что это будет культурно-развлекательное место, где можно будет отдохнуть и познакомиться с историей республики. Сейчас проект находится на стадии доработки, уже в марте он будет представлен в финале конкурса. И что из себя представляет проект? Это культурно-развлекательная площадь под открытым небом, получается. То есть это некое подобие самого известного, которое у нас в России есть, наверное, «Роза хутора». То есть это коммерческие площади, это мини-отели, это музейная площадь. Это место было выбрано не случайно, так как в этих местах находился один из древних аулов Джамагат. Мы хотим возродить туристический потенциал Теберды, и поэтому мы решили назвать проект в честь легендарного аула, отметил помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Чотчаев. У жителей появятся рабочие места, а у туристов возможность отдохнуть в этом сказочном ущелье Теберды. Там будет этноподворье. Вот как было в древности у карачаевцев, землянки, наверное, неправильно будет сказать, такие этнодома наши старинные. И точно так же рядом мы хотим в этом квартале воссоздать казачьи дома, подворье, там, ногайское подворье, черкесское подворье, абазинское подворье и так далее. Здесь будут построены гостиницы, а также места для семейного отдыха. Также появится небольшой рынок, где жители смогут реализовать свою продукцию. Помимо этого, здесь можно проводить различные культурно-массовые мероприятия. Особенность архитектуры – это использование материалов из камня, стекла и дерева. И в день старта строительства туристического района Джамагат будет проводиться флешмоб, где каждый желающий может принести по камню для строительства и возрождения этой местности. Уже в марте пройдет защита проекта в финальном этапе грантового конкурса Ростуризма. И есть большая надежда, что ребята одержат победу и после будет дан старт строительству туристического района Джамагат. Алихан Ипшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести прямо сейчас, продолжение сериала «Склифосовский».